Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Всем салют. Лившиц бойс. Что говорит сзади на стене написано? Погода в Питере отличная. 30 градусов. Как слышно меня, кстати, нормально или тихо? Дига пишет, Дига. Дига, привет, если это ты, брат. Салют. Настрой хороший, расслабленный. Я на самом деле на батлы приезжал, отсняли новый этап батлов. Привет. Что может Диги набрать? Где сфоткаться можно? Мы на Рубинштейна сейчас. В Питере. Денчик, привет. Как ты, брат? Ты пойдешь сегодня на движуху? Да, я сказал, что мы на Рубинштейна. Сегодня в Питере, в баре «Гадком койоте» будем. Так что... Кому есть 18 лет, подлетайте, там будет конкурс бикини и чуть-чуть рэпчика. Что за стики, спрашивают? Салют, Стагила. Так, Диги надо набрать. Так, а как набрать Диги? Сейчас попробуем набрать Диги. Сейчас найду и попробую набрать ему. Вот. Нельзя набрать Диги, я вот в комментах смотрю, нажал на его никнейм, попытался набрать, и нету функции набрать. Денчик, брат, сейчас я закончу эфир, тебе наберу. Я на Рубика, да, залетай. Дэн, к 11 движуха. Борода, говорят, зачет. Понял? Привет, я из Питера, я слежу давно за твоим творчеством, спасибо. С Гуфом списывались недавно, кстати. Если пересечемся с ним, я обязательно сделаю совместный эфир. Потому что так не получается что-то совместный эфир замутить. Что? Ты нахуя мою сестру трахнула? Слушай, вот этого сейчас вот найди прям. Вот этот вот. Да, вбей его в Инстаграм, открой его Инстаграм. Сейчас мы ему зададим пару вопросов. Не, просто найди его в Инстаграме. Сахалин, привет. Рыбацкая. Скоро новый альбом, ребята. Совсем скоро. Закрыто? Написать можешь ему в личку? Напиши ему в личку, какую твою сестру. Имя, фамилия, откуда она? Имя, фамилия и откуда она? Пью пуэр. Вы пьете пуэр? Не, ребят, я независим. Абсолютно независим. То, что кто-то думает, что я там от кого-то зависим, это большая ошибка. Вы просто меня не знаете. Если ты старый альбом не слышал, то у тебя есть сейчас возможность зайти и послушать. Я знаю, что...
многие не слышали. У вас куча времени, чтобы это сделать. А то потом пишите мне: чувак, я только вчера послушал, это просто мясо. Песни, которым уже 15 лет, там, например. PM или Bovi? Bovi. Мы канал не забросили, у нас проблема с монтажером, который подслился. Сейчас мы ищем нового монтажера. Спрашивают, почему канал забросил. У нас куча материала снято для влогов, но, к сожалению, с монтажом проблемы, потому что наш замечательный монтажер куда-то пропал. Не знаю, может, колодца стал, не знаю. Спасибо вам с Мироном. Да не за что. Знаешь, что бы я сказал? Ты можешь все свои треки стирать и оставить Генрика и Патрика. Это просто хит-хитом. Понятно. Окей. Кого из западных артистов посоветуешь? Вот такую музыку слушайте, как сейчас играет на фоне. Латино. Я особо не планирую делать сольные концерты до выхода нового альбома. Возможно, осенью, я пока не знаю. Передаю привет Нижневартовску. Монтажера нормальная была ЗП. Походу, дело не в деньгах. Dope D.O.D. нет, не прикалывает меня группа. Вообще, ну, слышал их, что-то какие-то вещи там, альбомы не зашло. Олежек, привет. Ты галочку уже получил? Нифига себе. Или она у тебя была? Кизару с нами, ребята, в эфире. Все наши. А, да, брат. Я нормально, в Питере, короче. Сегодня двинем на тусу. Сегодня двинем на тусу туда-сюда, завтра, короче, уезжаю. Ты сам как? Чё как Барса? Чё нового? Жду тречки. Альбом ждем. С кем совместно? Мы сделаем. Да это не шишка была, это шоколад. Я что, сумасшедший шишку? Пищу употреблять. Что? Улица Плотничества та же. Сука, блядь, уебок. Не, ну пусть фотку кинет или что-то. Слышь, Вась, кинь там фотку в личку. Тебя ты кинул там какую-то предъяву в Инстаграм. Ну кинь фотку там, скажи данные, про кого ты говоришь-то. А то вот что-то рассказываете какие-то сказки, а потом, когда вам пишешь, хуйню начинаете, блядь, отмазывать. Чё, ладно, ребят, рад был всех повидать. Поедем, мы поехали дальше. Хочу пообщаться с тобой, могу монтировать. Куда скинуть примеры? Короче, я сейчас в комменты свою почту напишу, пишите по поводу монтажа туда. Все, почту скинул, пишите туда по поводу монтажа. Всем респект, пока.